Мы уже приехали до места назначения. Ждем второй автобус. Нам там расскажут всю информацию, все это. И мы начнем спускаться, идти в каньон. Ты куда смотри, они уши чисто как это разговаривают. Ждем сейчас второй автобус. Мы ехали где-то 2 или 3,5 часа. Горы, это же капец, такие красивые виды там. Если что, мама мне потом перекинет видео, я вам покажу, какие горы красивые. Сейчас будем сидеть здесь. Пока его дождемся. Здесь нам будут эти вазелеты. Кепки. Ой, спасательные. Чтобы было безопасно. Надо доставать. Слава богу, у нас инструкторы русские. Потому что если бы не русские, было бы очень плохо. Это пока что все новости, ребята. Пожелайте мне удачи в нашем путешествии в каньоне, чтобы мы живы и нездоровы и невредимы вернулись. Если выйдет это видео и то видео, которое я сниму после каньона, то я жива. Ну все, ребята, я буду отключаться. До новых встреч. Как только мы вернемся с каньона домой, я сразу же запишу видео. Наверное, нет, когда мы тут вернемся сюда, живые, невредимые. Ну или куда там нам надо. То я сниму видео, что я жива, и со мной все хорошо. Все, ребятки, все, кролики. Всем пока. Удачки. Это предпоследний день нашей поездки в Турцию. Завтра будет последний день. И послезавтра мы уже улетаем обратно домой. Это были очень классные дни, если честно. Еще, ну это еще поздно рано говорить. Вот завтра вечером уже можно будет высказать все эмоции нашей моей поездки в Турцию. А на этом все, ребятки. Всем пока. Удачки. Пожелайте мне тоже удачи. И вам в школе тоже удачи.